Всем привет, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Сегодня комсомольцы города Кызыла, коммунисты молодые, вышли, чтобы напомнить, во-первых, что сегодня за дата. Сегодня дата у нас 12 апреля, это день космонавтики. В этот день Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек, который полетел в космос. Это знаменательная поистине дата, но также, уважаемые подписчики, сегодня и день рождения канала «Республика». Нам исполняется 6 лет. Но сегодня цель акции, конечно, это раздать вот подобные открыточки, где у нас, во-первых, идет и поздравление с Днем космонавтики, и напоминание об этом дне. Погнали. День космонавтики. Да. Здесь упоминания, поздравления с этим замечательным светлым днем. Знаете, что сегодня за день? Да, день космонавтики. Чем он запомнился? Что произошло? Гагарин полетел на Луну. Вот, ребят, вам открытка. Здесь как раз с напоминанием и поздравлениями с этим замечательным днем. Спасибо за ответы. Днем космонавтики. Ой, спасибо, и поздравления, и напоминания, что это за дата. Мы же помним этот день. Апреля 1961 года Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Молодец. Все. А какая страна сейчас супер продвинутая в освоении космоса, как вы считаете? Мы, Россия. Ура, молодцы, дайте. Ребят, открыточки дайте. Быстро. Весьма патриотичный ответ. И, кстати, вчера буквально запустили ракету на новом ракетоносителе. Наверное, новость видели, да? Да. Сегодня день космонавтики. Чем знаменателен этот день? Гагарин, космос. Вот, впервые. Правильно. Ты большая молодец. Здравствуйте. Вот. И открыточки. Ребят, а какая страна, на ваш взгляд, номер один в покорении космоса? Россия. Ну что, дорогие друзья, дорогие подписчики, сегодня мы напомнили жителям республиканской столицы, что за дата сегодня, за 12 апреля, то, что Юрий Алексеевич Гагарин в этот день сказал, поехали, и с этого началась космическая эпоха.